В течение некоторого времени я пребывал в поисках. Да и кто из молодых сегодня не ищет? Ведь избирая что-то на всю жизнь, надо хорошо поразмыслить. Итак, я поискал немного у цистерцианцев, немного у картезианцев, и каждый раз я словно встречал преграду. Что-то мне говорило: «Нет, не здесь». Тогда я подумал: «Съезжу в Бенедиктинский монастырь». Ближе всего был Откомбу. Я приехал, вошел и понял, что это здесь. Это было именно то место, куда Господь меня призывал. И я получил этому подтверждение, пройдя 8-дневный ретрит. Это был месяц октябрь, великолепные цвета озера и гор превосходно. Святой Бернард, сыгравший важную роль в становлении в XII веке монашеского ордена цистерцианцев, писал: «Поверь моему опыту, ты найдешь гораздо больше в лесу, чем в книгах. Деревья и скалы научат тебя тому, чему ты не смог бы научиться у самых великих учителей». Монахом становишься не потому, что это прекрасно, а потому, что к этому призывает Бог. Он призывает через какие-то простые вещи, знаки. Это не обязательно очарование григорианского пения или архитектуры. Но так происходит потому, что Бог вас призывает и занимает самое важное место в вашем сердце. И так я был призван туда. Я прожил в Откомбе 32 года моей жизни, и там я был очень счастлив. Сегодня Net for God вас приглашает в аббатство Откомб в Савойю, на юго-восток Франции, чтобы посмотреть на дивные дела Божии, что на протяжении вот уже более 8 веков Бог совершает в этом потрясающем месте. Однако родина аббатства находится не на берегах озера Бурже, а на вершине горы Сессан, там, где монахи-бенедиктинцы поселились еще в 1101 году. Став вслед за святым Бернардом Клервозским цистерцианцами, они спускаются на другую сторону озера и в 1137 году начинают строительство аббатства Откомб на высоком мысе, в том самом месте, где однажды ночью они видели божественное свечение. До 15 века аббатство духовно процветает. Но уже в XVI, перейдя в руки настоятелей, преуспевших больше в присвоении доходов аббатства, чем в поддержании его самого в должном состоянии, оно приходит в упадок. Объявленное национальным достоянием во время Французской революции, аббатство было разграблено и заброшено на целых 17 лет. Но уже в XIX веке король Пьемонта и Сардинии Карл Феликс поручает итальянскому архитектору Эрнесто Милано восстановить аббатство с целью создания там королевской усыпальницы, воздавая должное памяти своих предков. А в 1826 году Карл Феликс просит цистерцианских монахов вернуться на это место и таким образом возвращает аббатству его призвание быть местом тишины и молитвы. В 1922 году цистерцианцев сменяют монахи-бенедиктинцы. Я прибыл сюда 38 лет спустя, в 1960 году. И я отметил, что Откомб посещает много туристов. И мы начали размышлять. Возможно, в Откомбе мы не навсегда, и надо искать другие места. И почему бы не Гинагаби? Гинагаби, разумеется, нужно было реставрировать. Thank you.
Восстановив стены монастыря Ганагоби в Провансе, чтобы продолжить жить монастырской жизнью в согласии с правилами святого Бенедикта, монахи решают в 1992 году покинуть Откомп. Но прежде надо найти для аббатства религиозную общину, которая стала бы достойной сменой. Чтобы продвинуться в принятии этого решения, Мишель Паскаль отправляется в Марсель на юг Франции для прохождения духовного ретрета в молчании. Этот ретрет был организован общиной Шманев, международной католической общиной, призванной трудиться для единства христиан. И здесь он знакомится с сестрой Жаклин, одной из основательниц общины. Первый же день она меня спросила: «Почему ты здесь, Мишель?» «Я здесь, чтобы Господь мне послал замену». «А ты просил Лорана?» «Да, но он мне отказал». «Ну так попроси еще раз». По возвращении из Марселя Мишель Паскаль вместе с архиепископом Шамбери, монсеньором Фейдом, звонят отцу Лорану Фабру, основателю и руководителю общины Шиманев. Это происходит в 1991 году, накануне празднования Пятидесятницы. Вот так все произошло. Мне позвонил отец Мишель и сказал: «Я нахожусь сейчас у архиепископа Шамберийского. Архиепископ Шамбери, монсеньор Фейт, слышит наш разговор. И прежде чем сказать нам в третий раз, что вы не можете принять аббатство, приезжайте на него посмотреть, и там уж вы решите». И так мне ничего не оставалось, кроме как последовать этому указанию, и уже через несколько дней я оказался в этом восхитительном аббатстве Откомб. Я был ослеплен этой красотой и сразу же подумал о трех вещах. О том, что здесь мы могли бы создать образовательный центр и международный центр для молодежи из всех стран, и сделать это местом, где мы смогли бы трудиться ради единства христиан. И вот, начиная с 1992 года, каждый год аббатство принимает тысячи человек со всего мира. Это люди всех христианских конфессий. Фестиваль и ретреты для молодежи, сессии и каны для семейных пар, круглый стол, посвященный единству церкви, сменяют друг друга, позволяя узнать, ощутить силу спасения в Иисусе Христе для каждого человека. В течение всего года аббатство остается международным образовательным центром, в котором около 60 человек, обычно из молодежи, со всех пяти континентов и из разных христианских церквей, вместе проводят от 3 до 9 месяцев, изучая Библию, богословие, приобщаясь к опыту общинной жизни. Для каждого из них эти образовательные циклы А и С дают прекрасную возможность внутренне сформироваться и получить образование, чтобы затем нести служение церкви и миру. Я жил в Тулузе, работал в аэрокосмической промышленности. Жизнь была очень насыщенной. Это правда, что уехать пожить в Откомбе, в этом отдаленном аббатстве, действительно помогает остановиться, сделать паузу. Именно это мне помогло принять Бога и провести это время с Ним. В самом деле, аббатство Откомб позволяет нам несколько удалиться от мира, где нужно бороться за эффективность, за первенство. А Откомб — это место покоя, отдыха. И мне это помогло вновь обрести себя, переориентировать мою жизнь, пересмотреть то, что я пережила, чтобы лучше понять и принять будущее. Мне нравится этот опыт удаления, выхода из привычной жизни мира. Я думаю, что все те, кто приезжает в Откомб, именно это и переживают. Так Иисус приглашает своих друзей, своих учеников, своих ближних,
И это в 6 главе Евангелия от Марка говорит им: «Пойдите, вы одни в пустынное место, и отдохните немного». И, пожалуй, это приглашение Христа адресовано и всем тем, кто приезжает сюда. Я думаю, что они приходят с жаждой нечто узнать о Христе. И в результате они проходят целый путь, отдавая себе отчет в том, что недостаточно знать что-то о Христе. Необходимо узнать Христа, узнать Его самого. Dignes-tu de recevoir la louange et l'honneur, ô Jésus? И поэтому одна из основ предлагаемого образования — это повседневная личная молитва. Это особенная встреча со Христом, когда в тишине сердца прислушиваешься к Его Слову. Tu es Dieu, tu es Dieu. Время личной молитвы — это время, когда я говорю с Богом. В этот момент мне открывается, насколько сильна безграничная Божья любовь. Он мне показывает все то, что во мне еще требует обращения. Я учусь позволять Господу вести меня, так как я по природе своей очень люблю руководить сама. Здесь, на цикле А, одна из вещей, которая меня по-настоящему трогает, это присутствие Божьей любви в моей жизни. То, как сильно Он меня любит. Он отдал Своего Сына, который пришел на землю, искупил нас, который за меня претерпел страдания, и этим я потрясен. То, что я сейчас переживаю на цикле А, это присутствие Господа в моей жизни, которое проявляется во всех деталях моей жизни. Он говорит, что Он здесь со мной, но не только со мной лично, а в нашей супружеской паре, и что Он сам помогает создавать нашу семью на Его любви. Еженедельные занятия с приглашенными из разных областей лекторами дают каждому возможность приобщиться к Священному Писанию, богословию и истории Церкви. Обращаясь к важным в наши дни проблемам, это обучение позволяет также занять позицию христианина в современном мире. Я особенно вспоминаю лекцию отца Жака о Евангелии от Марка. Мы тогда много узнали о характере и личности Иисуса. И для меня было важным понять, что Иисус был человеком, но также и истинно Богом. Еще для меня оказалась очень ценной лекцией Катрин Дени о морали и нравственности. Главный вопрос в том, как воспринять и понять такие сложные темы, как аборт, сексуальность и гомосексуальность, и как передать это христианское понимание внешнему миру с деликатностью и глубиной. Всем тем, что я здесь пережил во время обучения, которое меня изменило, мне бы хотелось поделиться с другими. Что значит быть мужчиной, женщиной, иметь семью и как это строит общество. Такое образование становится также и особенным местом распознавания своего призвания. Духовное сопровождение, ретреты, основанные на духовных упражнениях святого Игнатия Лойолы, проводимые в течение недели или месяца, каждого побуждают войти в истинное слушание, к чему в жизни призывает его Бог. Духовные упражнения — это школа принятия решений, следования за Христом. Мы задаем Господу вопрос: «Боже, какова Твоя воля?» Конечно, моя воля, воля человеческая, и воля Божья разные. Иисус проживает это лично в Гефсимании,
«Не моя воля, но Твоя да будет». Но в таинстве любви, в реальности любви, эти две воли могут прийти к согласию, встретиться, в конечном итоге слиться воедино. В духовных упражнениях самое важное, пожалуй, это то, что человек узнает, что Бог есть любовь, видит Бога, у которого с самого начала есть замысел любви для каждого человека. И что происходит в отношениях любви, когда я знаю, что меня любят? А то, что в любви каждый имеет только одно желание, только в одном видит радость — делать то, что хочет другой. Пусть все будет, как ты хочешь. Et tu seras là, tu comprendras, et tu te tairas avec moi, de toi à moi. Embrase-moi en silence, et je te connaîtrai un peu, et tu seras. Когда мы делимся в малых группах, в братствах, или едим вместе, или выполняем что-либо необходимое по дому, это потрясающая возможность научиться принимать другого как брата и откликнуться на молитву Иисуса. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Меня поразило, что мы все ищем Господа, все ищем истину, любовь. И независимо от национальности, происхождения, цвета кожи, мы все хотим единства, как крепкой связи, которая собирает нас вместе и рождает удивительные взаимоотношения. Жизнь в такой общине, как Шимонеф, научила меня по-другому воспринимать слова «брат», «сестра». Сегодня обращение «сестра» или «братья» может звучать с насмешкой, но мы ведь на самом деле братья и сестры. Как братья и сестры в семье. Это так здорово. Радостно видеть, как меняется жизнь молодых людей, которые приезжают сюда, в Откомбо. Они переживают живую встречу с Богом и Его любовь. И эта любовь не может оставить нас равнодушными. Она преображает нас. Ведь когда мы любим, жизнь меняется. Любовь между мужчиной и женщиной может изменить жизнь. Представьте тогда, что может произойти, когда мы лично переживаем опыт Божьей любви.
Во время цикла А Господь пришел в мою жизнь, чтобы ее осветить своим светом. Глубоко внутри я прятала все свои прошлые проблемы, плохие воспоминания. Я пережила немало негативных моментов и ран в личной жизни, в отношениях с моей семьей, с друзьями. Но у меня твердый характер, и я говорила себе: «Да, сейчас я разочарована, я несчастна, но я это преодолею, я продолжаю жить». И так получилось, что за эти годы я замкнулась в себе. Мое сердце ожесточилось, и никто не мог туда уже проникнуть. Через то, что я переживала, проходя обучение на цикле А, Иисус сказал мне: «Эстель, нужно отбросить эти маски». По-настоящему невероятным было то, что Он сам вышел мне навстречу, и я почувствовала Его любовь ко мне. Раньше в моей жизни были романтические отношения, и мне казалось, что меня любили. Но тут мне впервые открылась Божья любовь, любовь искренняя, когда тебя любят просто так. Я поняла, как сильно Он меня любит. И мне не надо больше притворяться, носить маску или защитный панцирь. Я впервые могла быть сама собой. По сути, это школа, где учат быть учениками Христа. Учат даром, молитва даром, любовь даром. Дар — это просто так, не по заслугам. Мы получили в подарок особенное место, источник, из которого мы многое почерпнули и открыли для себя. Мы еще больше узнали красоту литургии. Именно в этом аббатстве мы вообще не впервые облачились в белые литургические одежды, и мы решили оставить их как символ крещальных одежд. Независимо от конфессиональной принадлежности, мы все получили одно крещение, будь то католики или протестанты, мужчины или женщины, люди в браке или безбрачные. У всех одно крещение, знак которого — эти белые одеяния. Второе, что нам было дано лучше осознать, это насколько важным является сотрудничество между разными странами и как важно друг друга прощать. Между нашими странами, в Европе или Африке, да и где бы то ни было, прошли войны, где-то войны идут до сих пор. И, по сути, АДКОМБ — это место примирения. Оно также является местом единства, которое примиряет братьев и сестер из разных церквей и учит просить прощения и прощать. Отрывок из манифеста «Община Шиманев», написанного в 1986 году. Поскольку разделение христиан является самым большим препятствием евангелизации, и веруя в исполнение молитвы Иисуса Христа о единстве «Да будут все едины и да уверует мир», вместе православные протестанты-католики мы незамедлительно вступаем на смиренный путь повседневной совместной жизни. Как члену лютеранской церкви, здесь, в католическом аббатстве, мне радостно переживать открытость единству христиан. Мы действительно молимся каждое утро о нашем единстве. Но кроме этого, есть примеры добрых отношений между разными церквями. Молодежь ездит со мной на богослужение в реформатскую церковь,
или мы вместе ездим на евангелистские или православные богослужения. Мы приглашаем служителей из разных церквей читать здесь лекции. Только так, через личные встречи, могут пасть барьеры наших разделений, исправиться предубеждения, и мы сможем вместе продвигаться по этому пути единства Церкви. В Откомбе я пережил ту самую скорбь разделения, о которой говорится в молитве о единстве христиан. Я несколько месяцев жил с братьями и сестрами, которые, согласно существующему выражению, от нас отделены. Я их полюбил, и они меня полюбили. Мы стали друзьями, братьями и сестрами во Христе, ради Христа. Но на богослужение, особенно на мессе, где есть причащение, в этот момент, составляющий основу христианской жизни, я глубоко переживал скорбь разделения. Я не мог причащаться с ними, они не могли причащаться со мной. И это причиняло страдания, потому что для христианина следовать за Христом, жить вместе — это главное. А тут проживать это главное вместе было невозможным. Но в сердцевину этой боли приходит Господь. Он покрывает страдания своей любовью и показывает, что Он — и только Он может соединить нас. Другими словами, я на собственном опыте почувствовал всемогущество Его любви, которая примиряет нас с самими собой, со Христом и с другими. По сути, здесь, в этом аббатстве Откомб, молодые люди узнают, что такое Божий дар, что значит учиться любить, посвящать свою жизнь возвещению благой вести. И наша цель — научить их тому, что вся тайна жизни держится на этом даре. Это то, что происходит в сердце Пресвятой Троицы между Отцом, Сыном и Святым Духом. Это непрестанное отдавание себя, и надо научиться посвящать свое время благовествованию и другим людям. Именно это приносит радость. В этом месяце мы можем молиться за каждого из нас, чтобы мы могли ответить на призыв молитвы Христа о единстве. «Да будут все едино, дабы мир уверовал». Слово на этот месяц – Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 21. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня».